Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 21-22 октября нас порадует самым удивительным событием – сильным и красивым звездопадом. Звезды, Луна, Солнце всегда вызывали глубокий интерес самой древности. Звезды и звездопад занимали определенное место и значение. Падающие звезды у некоторых народов ассоциируются с душой. Если видели падающую звезду, значит, чья-то душа покинула этот мир. Звездное небо – это мир духов, место обитания богов. И когда летит звезда, метеор, люди передавали ей свои послания, чтобы оно быстрее дошло до высших сил. И в эту волшебную ночь мы с вами будем загадывать желания. Для этого нужно полностью погрузиться в созерцание неба, отбросить суету, ненужные мысли и посмотреть на небо. Желательно это сделать в ночь с 21 на 22 октября, в самый пик звездопада. И когда посмотрите на небо, вы должны сказать такие слова: «Звезды освещают, желание мое исполняют». И дальше вы уже говорите то, что вы хотите, то есть именно то желание, которое есть у вас. Вы можете в этот момент и попросить себе здоровье, счастье в свою жизнь, достаток в свой дом. Ваше желание в эту ночь обязательно будет услышано и обязательно будет исполнено в короткие сроки.